Смотришь, что такой эффект есть. Вот когда руку приближаешь, то появляются другие импульсы. Вот. Рука теперь приближена, теперь удаляю. Вот и начинает какая-то билиберда происходить. Вот приблизил руку. Убрал руку. Пропали некоторые импульсы. Что как-то вот к этому проводу вот так руку приближаю. Можно за его взять, это заземленный провод. Можно его вообще убрать, тоже то самое будет. Вот отцепить его. И теперь это пуш-пул, ничего не заземлено, кроме выхода, кроме съема. Вот тоже. Вот так приблизить достаточно. Вот появляется. Вот когда кручу частоту какие-то, что происходит. Вот выскакивают и другие импульсы. То есть не частоту угоняю. Когда заземлением еще интереснее. Вот они даже без руки теперь. Один-два импульса, и вот и третий еще. Вот эту руку приближаю. Все дергается как-то. Вот частоту теперь буду крутить. Вот там их несколько штук бродит. Хотя должен один импульс получиться. Вот тут их три. Вот что-то пропали. Фокусы теперь ничего, теперь нормально все.